Губернатор Тверской области посетил с рабочим визитом предприятие, которое занимается производством оборудования для сортировки, переработки и утилизации твердых отходов, расположенное в промзоне «Лазурная». Глава региона обсудил с руководством завода новые проекты и необходимую поддержку. В частности, строительство мусороперерабатывающего предприятия. Тему продолжит наш корреспондент. Предприятие представляет собой производство полного цикла, где проектируют и производят оборудование для сортировки, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов. Это мусоросортировочные комплексы, конвейерные системы, а также продукция в рамках импортозамещения. Баллистические сепараторы предназначены для отсева пищевых отходов, измельчителей материалов. За все время работы предприятие поставило оборудование более чем на 100 мусоросортировочных комплексов общей производительностью 8 миллионов тонн в год. Сейчас у компании уже 6 патентов на свою продукцию. Помимо этого, предприятие вносит вклад в формирование комплексной системы обращения с ТКО в рамках национального проекта «Экология». Сегодня это направление поставлено президентом как приоритетное для больших городов, для населенных пунктов, для крупных агломераций. И сегодня мы видим, что на этом заводе, на этом предприятии применяются лучшие инновационные технологии. В ближайших планах компании построить в регионе современный и безопасный комплекс по сбору, сортировке и переработке твердых коммунальных отходов и запустить линейку новых видов продукции, которая бы составила конкуренцию импортному аналогу. Очень важно создать систему переработки твердых коммунальных отходов, которая рассчитана под население Тверской области, под предприятия Тверской области и под наших гостей. Исходя вот из анализа работы других регионов и нашего предприятия областного, мы понимаем, что работа, которая была начата нами какое-то время назад, это повышение культуры обращения с твердым коммунальным отходом. Во время посещения предприятия обсуждались возможные формы поддержки проектов со стороны правительства Тверской области, включая льготные займы, решение вопросов предоставления земельных участков для расширения производства.